Всем привет! Это видео будет посвящено моим творческим итогам января. Для меня этот месяц пролетел очень быстро, но тем не менее, мне кажется, я успела воплотить задуманное в творческом плане. Можно сказать, что этот месяц целиком и полностью был посвящен масляным краскам, потому что я наконец-то вернулась к этому чудесному материалу. 10 января у меня был день рождения, и я поехала и закупилась масляными красками, сделала себе подарок. В общем-то, я давно уже, наверное, пару лет не писала маслом. Все свои краски масляные я оставила дома, и при переезде я их не брала с собой. И поэтому долго к ним не возвращалась, но тем не менее всегда думала о том, что когда-то мне захочется вновь рисовать маслом. И последние вот месяцы я только об этом и думала. Но если раньше я выбирала какие-то законченные, полноценные работы, ну, не очень больших форматов, но приличных, то сейчас я поняла, что мне хочется поработать над этюдами и порисовать маслом на пленэре. Вот. И, собственно, я, как только закупилась маслом, начала воплощать это в жизнь. Морально я была готова к тому, что у меня первое время не будет получаться работать с масляными красками так, как раньше. И я договорилась сама с собой, что не буду особо сильно себя критиковать, и что просто буду рисовать ради удовольствия, без каких-либо ожиданий, и в свое время, когда-нибудь, это принесет свои плоды и результаты. И так и случилось. Но об этом попозже. Хочу вам показать этюды, которые у меня получились за этот месяц. И я от них не в восторге, но как и договаривались, без ожиданий, поэтому я их показываю. И вообще, у меня есть такое, что я не люблю показывать рисунки, которые мне не очень нравятся, которыми я недовольна. Я показываю и выставляю в соцсети только то, что мне нравится там, хотя бы на 90%. И таких работ за год может получиться, ну, штуки 3-4 максимум, и все. А все остальное я просто не показываю, не выставляю. И в прошлом году я вот с этим моментом боролась, но не очень успешно. И в этом году я решительно настроена. И вот даже каждый из этих этюдов я просто абстрагировала свое мнение насчет них и выкладывала в свои соцсети, каждый, просто каждый. И сейчас покажу. Вот. Это вот был самый первый, когда я только-только выдавила из новых тюбиков краску и начала снова работать этим потрясающим материалом. Просто закат. Ничего не могу насчет него сказать. Тут. Но, в принципе, вот сейчас я на них смотрю уже более снисходительно и такая думаю, ну, нормально, пойдет. Это второй этюд. И, кстати, если вот с этим я возилась, ну, прям очень долго, ну, не знаю, полтора часа точно, а это маленький формат, 13×18, вот этот я на следующий день сделала максимально быстро, меньше, чем за полчаса, минут 15, наверное. И я такая думаю, вот, ну, уже что-то. И единственное, что мне здесь нравится, это вот эта вот небольшая дорожка прорисованная. Вот. И я подумала, что надо будет в какой-нибудь уже большой работе воплотить вот этот вот прием с этой дорожкой. Не знаю. Вот, еще один закат. Уже в другой технике я вспомнила, что можно работать мастихином, и что мне это так нравится, накладывать краску на холст мастихином. И, кстати, рисую я на грунтованном холсте, просто я его разрезаю на вот такие кусочки, приклеиваю картонки и рисую. Вот это этюд с фотографией. Это на севере Израиля, немного горной местности.
очень красиво, и я хочу в будущем очень много поработать над горными сюжетами, и поэтому попробовала. Так, и еще один этюд с деревом. Ну, как бы деревья, зелень, куда же без них, надо тоже по новой учиться рисовать такие вот, с одной стороны, простые базовые вещи, как обычно учатся. Яблоко какое-нибудь одно нарисует, дерево. Вот я считаю, что всегда, когда берешь в руки какой-то новый материал, нужно пробовать рисовать вот эти, казалось бы, обычные базовые вещи, но это хороший, как бы, тренер. Ой, кстати, еще одна работа, но это, во-первых, не масло, а гуашь, а во-вторых, это самая первая работа этого года. У меня еще тогда не было масляных красок, я ходила на пленэр в парк и там с натуры рисовала эту работу. И она мне очень не понравилась, я была так расстроена, но потом дома я покрыла гуашь лаком, и мне кажется, она прям стала лучше, потому что все просевшие цвета, они как-то стали выглядеть лучше, особенно вот этот вот момент, вот этот просвет в небе был очень красивый, и как бы с лаком смотрится приемлемо. И вот я сейчас смотрю, не так уж плохо, и вообще, вот смотрю я сейчас на эти работы вместе, и прям, блин, работа была проделана, хорошая, я молодец, можно похвалить себя. Сейчас последние три работы, которые вот уже были сделаны на днях, возможно, я про какие-то забыла, потому что я вот вспоминаю, я их раскладываю везде, где только можно, где не доберется кот. Они же долго сохнут, и я могла про что-то забыть и не показать. Ну, в общем, это вот две работы, которые еще не досохли. И сначала было сделано вот это, а потом вот это. И вот на этом моменте, когда я закончила эту работу, я поняла, что вот, это то, ради чего я делала эти этюды. Потому что я именно в этом этюде увидела вот эти вот результаты, которые мне принесли все предыдущие работы. Во-первых, сам по себе этюд мне нравится уже намного больше, чем остальные, и по цвету, и по технике. А во-вторых, я поняла, что вижу этот сюжет в большом формате, и что хочу поработать с ним на большом формате. И тут, кстати, есть тоже такой момент, что я решила для себя, что в этом году я вернусь к большим форматам, потому что я очень давно не рисовала ничего больше от третьего формата, и мне хотелось каких-то больших картин. И вот как раз-таки оно само собой пришло, потому что я просто загадала себе большие картины, но я не думала ни о сюжетах, не о конкретных каких-то цифрах, форматах, вот, не о материалах, которыми я буду их выполнять, просто никакой конкретики. Хочу большие картины, все. И вот этот этюд меня натолкнул на мысль, что хочу его в большом формате изобразить масляными красками. И сразу же купила холст и уже начала эту картину. Вот она, но это только начало, я поработала над ней пока только пару вечеров, и тут еще очень-очень-очень много работы. Но я прям довольна, что взялась за нее, это так здорово махать кисточкой по такому большому холсту, хотя он не такой уж и большой, это всего лишь 40 на 60, и раньше мне он бы не казался таким уж прям внушительным. Но я повторюсь, давно не рисовала ничего больше от третьего формата, поэтому это для меня сейчас такой будет новый шажочек. Тут у меня сохнет еще один этюд,
И он был тоже кандидатом на перенос в больший формат, но с ним такая история «Люблю и ненавижу» называется. Я закончила этот этюд вечером, был плохой свет, и мне он как-то не понравился. Я его положила сохнуть на видное место, себе вот сюда на тележку сверху. И каждый раз мимо проходила, смотрела, думала, что-то не так, что-то нужно исправить, не нравится колорит, не то настроение передала, вот не нравится и все. А сейчас смотрю спустя время, и мне нравится. Я вижу, что можно было переделать, сделать не так, но в целом потенциал есть. Вот. И так на самом деле со всеми работами, и даже вот эта большая работа, которую я вам только что показала, вот висит она тут передо мной. И я периодически беру кисточку, подхожу и что-то там подрисовываю, подтушевываю. Не могу просто оставить ее в покое, пока не доделаю до конца. Постоянно кажется, что что-то не то, что-то надо доделать. А за один присест невозможно такую работу сделать. По крайней мере, в той технике, в которой я сейчас работаю, времени у меня столько нет. Вот. Я вот над этой работой уже два денечка, два вечера посидела, часа по 3-4, и вот планирую за неделю где-то закончить. И я в процессе пытаюсь снимать видео, поэтому покажу вам. Также в этом месяце я уделила время своим прошлогодним работам и самые свои любимые оформила в рамки. Первое — это инжиры. По этой работе я делала видеоурок. И этот видеоурок последние несколько дней начал набирать очень много просмотров. И там есть отклики, что очень понятно и хорошо все объяснено. И это безумно приятно, потому что на самом деле я так долго снимала, так очень старалась сделать этот видеоурок понятным, и у меня там еще во время озвучки в последний момент все удалилось, слетело, и мне пришлось по-новой монтировать, по-новой озвучивать. Я прям плакала над этим видео, и когда я его выложила, и оно набрало очень мало просмотров, меньше, чем все остальные видео, я расстроилась. Но сейчас я вижу, что оно набирает популярность, и мне прямо от этого очень приятно и радостно. И, кстати, у меня уже 128 подписчиков. Это, наверное, звучит немножко смешно, но для меня это прям какая-то невероятная вещь. Мне прям приятно, потому что как-то в один момент стали набираться эти подписчики, и я поняла, что я все делаю не зря. Хотя я снимаю и для своего удовольствия тоже, потому что, как я уже неоднократно говорила, я снимаю те видео, которые мне самой хотелось бы посмотреть, которых мне не хватает. Вот. Также я оформила еще один инжир, который уже был нарисован не масляной пастелью, а карандашом. Вот. Тоже очень нравится, как это выглядит. И у меня есть вторая работа с этим инжиром, но уже не в разрезе, а полностью. И у меня просто нет еще одной такой же рамки, надо купить и оформить. Мне кажется, это будет как диптих, очень здорово. Следующие две работы про море. Мои две любимейшие монотипии за прошлый год. Вот этот закат. Пока здесь нет стекла, потому что я фотографировала эти работы, и стекло очень отсвечивало, поэтому я его убрала, чтобы сфотографировать красиво. Вот, и еще одна работа, уже совершенно другая по настроению. Вот, тоже монотипия. Вот, и эти две работы, все время мнения разделяются, кому-то больше нравится вот более спокойно, а кому-то больше нравится вот этот вот яркий закат. Я сама определиться не могу. Но скажу так, мне кажется, закат у меня получился чисто случайно. Ну, хотя это тоже вроде бы. Вот эту работу я теперь хочу еще и в масле изобразить. Я прям хочу какой-то вот минимализм такой сделать на достаточно большом формате. Какие-нибудь красивые переходы оттенков. Вот именно маслом. Не знаю, вот попробую. Вот этот сюжет я изображала
И вот монотипи, не один раз, несколько раз, и гуашью, и вот теперь маслом хочу. В общем, я люблю какие-то любимые, дорогие сердцу сюжеты изображать много раз разными материалами. И на этом все. Напишите в комментариях, как прошел ваш январь, как поживает ваше творчество в этом месяце. Мне будет интересно почитать. И на самом деле, именно сейчас я начинаю видеть отклик на свои видео. И это всегда безумно приятно. Так что всем спасибо за просмотр и пока-пока!